Вот, это значит то, что касаемо официально. Где-то с пятого занятия начинаю их дергать по поводу страховки в ГИБДД. Угу. Значит, то, что они у тебя туда пустые идут, это, конечно, все хорошо, может, их там охуенно как-то научишь, они у тебя сами будут сдавать, да, угу, экзамен. Вот, но имею в виду, что здесь политика партии не такая, как ты думаешь. Их не надо учить так, чтобы они у тебя сдавали сами. Понимаю. Вот, то есть политика партии такая. Надо учить так, чтобы не научить. Это самая охуенная вещь. То есть, когда человек видит, что ты его учишь, но он нихуя не умеет, он думает, что он дурак. И это самая нормальная вещь. Вот это настоящий инструктор. То есть, это высший пилотаж. Вот. Если ты будешь их учить так, чтобы они у тебя ехали, ну, как ты сам понимаешь, им тогда и платить за ГАИ незачем. Дальше, по поводу ГАИ. 15 рублей, да, ты берешь? Официально. Значит, я тебе могу сказать, что инструктора в Купчино берут 18, 19, а некоторые даже и 20. Это дело твое, сколько ты берешь, но это все должно оставаться между тобой и учеником. Но я в школу отдаю 10, так? Да. А сколько я беру сверх нее? И похер вообще. Ты смотри на человека. Во-первых, ты не забудь, что ты здесь психолог, прежде всего. То есть ты должен смотреть, если ты видишь, что человек мутный какой-то, да? То ты ему вообще про ГАИ нахер лучше не заявить. У тебя школьный экзамен по результату площадки делается. То есть вот ты сдал, он у тебя проехал площадку, и ты остался без бабла. Все. То есть он тебе ничего не заплатил. Если он не сдал школьный экзамен, то тогда он тебе 2500 приносит. За что? За повторный бал? Пересдаешь школу. Все очень просто. Ты их отжимаешь сам. Ну, отжимаешь так, чтобы они этого не замечали. Так вот, попадается баба, она тебе говорит, блядь, я сама пойду в ГАИ сдавать. А в итоге она приходит в ГАИ, у нее там знакомый, которым она 5000 заплатила, а ты отсосал на денег. Вот и все. То есть вот реально ты можешь с этих 5 человек, грубо говоря, отжать там 70 тысяч тебе в карман, чистыми. И нихуя при этом не работать. Правильно? Понятно. А можешь, блин, их сейчас захерачить каждого по полтора часа, 5 занятий в день поставить себе и ебать.